Значит, в этом доме вы с мужем и живете? Одна я тут живу. Уж год как овдовела. Ах, вот оно что. Значит, твой муж Маканен помер? Помер. А от какой болезни помер твой Маканен? Да, по-моему, у него обыкновенная смертельная болезнь была. Он стал слабеть, слабеть и, наконец, совсем помер. А что же он ночью скончался? Или, может, случайно в какое-нибудь дневное время? А это был не день, не ночь. Скорее всего, на рассвете. На рассвете. Значит, второй год пошел. Нет, излишний рассказ, дизайн кровать полупустой. Нет уж.